Это уже совсем другая история. За стремление к прекрасному попал за решетку. В Москве задержали ландшафтного дизайнера, который декорировал участки своих клиентов кустами конопли. Вот так мужчина поясняет полицейским. Он выращивал запрещенные растения только в эстетических целях в домах, никак не для употребления. Клиенты у него богатые и с запросами, но для наркополицейских их факт налицо. Ведь если дизайнера задержали в подмосковном коттедже и кусты конопли были при нем, то теперь уже на ценителя прекрасного заведено уголовное дело.